Одним движением руки дирижер обозначает конец композиции, дальше бурные овации. Татьяна Шмелева и дирижер, и руководитель, и идейный вдохновитель народного хора «Полет». Свой творческий полет она начала больше 50 лет назад. После окончания Казанской консерватории в 1972 году стала художественным руководителем хора. В коллективе необыкновенные люди, просто необыкновенные. Они все талантливые, видите, они и пишут, и стихи, и рисуют, и картины, и вяжут, танцуют, спортом занимаются, в бассейн ходят. То есть они полны жизни, энергии. А хор им, я вот хочу сказать, что хор им дает очень огромную силу, потому что каждая репетиция – это своеобразный бой за художественную истину. Здесь и художники, и учителя, и инженеры. Альфия Мухаметшина 43 года проработала на предприятиях космической и оборонной отрасли. Часто выполняла задания, с которыми не всегда справлялись мужчины, но перед концертами волнуется до сих пор. Для меня было очень сложно, потому что я никогда не пела, в самодеятельностях никогда не пела. И когда сюда пришла, конечно, я очень захотела, опыта никакого не было, было сложновато, но с помощью Татьяны Николаевны, всего коллектива, я смогла влиться в этот коллектив и очень счастлива. Хор неоднократно побеждал во всероссийских фестивалях. В Татарстане они регулярно выступают на республиканских праздниках. В репертуаре хора русские народные песни, зарубежная классика. Поют на 7 языках мира. Мы поем, сидим, поем. Потому что все песни, все знакомые. Но у них репертуар обновился. Некоторые песни мы даже уже и не знаем. Мы приехали из Оренбурга. Конечно, мы не смогли привести наш большой детский хор из 100 человек. Но... все огромные, от всех огромный привет и пожелания этому коллективу процветания и долголетия, и вдохновения. В этом году «Полет» отмечает 60-летний юбилей. Зал полон, народная любовь к хору не угасает. Алена Струминская, Игорь Романов, ТНВ, Казань. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани 5 705 100.